обойтись. В этом движении, вот одеваться так, как нужно, и на ремонт мотоцикла. То есть, в общем, требуются большие все-таки средства. Как вы к этому относитесь? Потому что приходится урезать бюджет. Я не против. Я просто полностью разделяю интересы моего мужа. Мы еще до того, как встретились с ним, уже по отдельности как бы питали страсть к мотоциклу. Поэтому у нас никогда даже вопроса не возникало, на что уходят деньги, там, на фильтры, там, да, или на бензин, или на сальники всякие. Понятно. То есть вы тоже увлекаетесь. У вас один? На Черное море ездил. Вот. У меня ЧЗ был, ну как, не было, а еще до сих пор он есть. В гараже стоит, это сейчас вот купил такой мотоцикл. Два раза ездил на Черное море на фестиваль, на Таманский. Вот. Очень там интересно. Ну, так по стране много друзей, скажем так, приобрел. Вот. В Москве, в Воронеже, там, в Ростове, в Краснодаре. Вот. Ну, посмотрел нашу страну, скажем так, поперек. Потому что вернулся, друзья, машины иномарки, мотоциклы иномарки. Вот, естественно, сразу на работу. Ну ты и байкеры угадали, где Kawasaki, где Honda, где Yamaha, вообще все.